Как вы считаете, вот чувство наглости и вседозволенности вообще должно быть свойственно всем мужчинам или только политикам? Всем. Это нравится женщинам. Лучше он наглый, жесткий экстремист, но он что-то делает для вас. Чем размазня, ничего не можете или дышится-то вам хуже. Скажите, пожалуйста, а вот насчет наглости, это вот вы сами считаете так? Или вот вы у женщин спрашивали, что они любят наглых мужчин? Я знаю, что... Вот вы, Наташа сказала, что... Или кто? Наш актер сказал, да? Я режиссер. Поэт. Режиссер. Он сказал, что... А как же девственница перестанет быть девственницей? То есть насилие в личной жизни необходимо, обязательно. И оно происходит через наглость, через жестокость, через какое-то попрание прав. Это же природа человека. Посмотрите, что происходит между животными. Мы же часть животного мира. Вы видели когда-нибудь, чтобы курица подошла к петуху? Петух настигает курицу. Она не хочет, она убегает. И так вся природа. Львица от льва убегает, а лениха от оленя, медведица от медведя. То есть в природе движение одно. Самка убегает, самец настигает. И там все в порядке, там не болеют, там кариеса нет, зубов. А человечество болеет. И там не нужны никакие крылышки, никакие там прокладки, ничего, там все нормально.